Итак, всем привет! Это 30-я серия прохождения игры Deadly Premonition, и мы собираемся поиграть в дартс, потому что это один из доп-квестов. Причем этот квест не только даст нам ачивку, когда мы его пройдем, но и позволит нам получить две карточки. Эй! Так, это уже было, по-моему. Форест, ты что там делаешь? Да это уже бы ты говорил, да-да-да. Так, купить. Так, вот эту штуку я куплю. Дротикомет. Чтоб поиграть в дартс. Так, дикий ковбой. Медовый месяц. Стингер. Ха-ха. Мятный коктейль. Вот стингер я хочу. Хопа. Ну, в общем-то, нормально. Так, и что-нибудь пожрать. Жаркое из утки, давай. Отлично. Отлично. Назад. Окей. Так, и пойдемте стрелять. Где мой счастливый? Вот этот вот мой счастливый. На самом деле это довольно-таки сложная вещь. Этот дартс. Ну что ж, давайте приступим. Так, вы получите приз за каждый побитый рекорд. Чтобы сыграть, надо заплатить 50. Узнать о правилах. 8 раундов, то есть если у вас есть 24. Так, это понятно. Вижу. Давайте. Садитесь кнопкой. С помощью. Сконцентрируйтесь. С помощью. Да, это будет не так-то просто, как я думал сначала. Давай. Двадцать. Плохо. Тоже 20. Его потом будет так мотать, что просто ужас. Нет. Так, нам надо утроение, нафиг нам удвоение. Утроение 20, пожалуйста. Окей, наконец-то. Дабл. Врешь. Это утроение было. Нет, утроение значит он то. Пониже которое, давай. Нам нужно утроение. Не получилось. Фигово.
Была. Да, в була я, конечно, не попаду, походу. Эй. Вот, наконец-то утравление. Трабл. Давай, 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 давай. Не туда. Ладно, дабл хотя бы. Я понял, что я неправильно делал. Я не на ту кнопку жал. Вот как надо-то. О, я уже думаю, неужто я был такой меткий когда-то? По-моему, попадет. Попадешь? Давай, 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 давай. Нет, не попал, походу. А, нет, в яблочко. 500 очков. Но я все равно не побил рекорд. Ну, хотя бы я теперь понял, как. Вы в тройке. Хорошо. Нет, продолжить я еще хочу. Нет. Блин, не то. Да что ты куда-то целишься-то в задницу мира? Чуть-чуть ниже надо. Вот так. Ну. Молодец. Нет. Нет. А, черт. Так, можно в семерку, в восьмерку, давайте в трипл восемь. Окей.
Вот для этого нам и нужна была эта штука. Я имею в виду рубашечку. Так, на 18, 13, на 18, конечно. Так, ну только сингл. Ай. Ай. Тоже сингл. Ну не, не получится, конечно. Но на второе-то место я выйду, я думаю. По-моему, должно получиться. Да, я попал в Bullseye на 10. 500 очков. Ну, второе место. Но все равно хреново. Квиндом. Так. Две карточки мы взяли. Но я хочу получить первую. Разумеется, я хочу получить первое место. Так, закончить на 19-м. Тихо. Далеко. Ну, нормально. Так, на 14 хочу, конечно же. Так, на 17. Пусть будет сингл. Так. Так. Утроение 18 закончим. Да. Отлично. Уже есть очень большой шанс того, что мы на первом месте это все закончим. Так, на 15 троение делать будем. Так. Окей. Окей.
Так, сколько там надо? 8. Восьмерку. Пусть будет сингл. Это не особо важно. Нас уже подматывает чуть-чуть. Блин. Строение пятерки. Фигово. Так, утроение двадцатки. Давай. Нет, просто двадцатка. Ну ладно. Должно хватить. Давай, давай, давай. Если будет 500, то мы выиграли. 500? Нет. А, да, яблочко. Готово. Мы выиграли. Oh, man, that hasn't happened for a while. Ну. Используйте бритикомет для игры, победите Ричарда, получив наивысший балл. Все сделано? Did I do something bad? Well, yeah, bad for me, but good for you, lucky son of a gun. I'm not sure that I follow you. You just broke the record I set a few years ago. That's so. Hey man, show a little more excitement, will ya? We're all FBI agents as stuffy as you. Anyway, I had no idea you were so good at darts. When did you start playing? I started when I came to this town. Since you came to Greenvale? You're kidding, right? The thing about darts, you know, is that it's 20% technique, and the remaining 80% is all in the head. And a powerful mind that's able to concentrate for long periods of time. You see, humans can only concentrate on one thing for so long, so you have to really stay focused. Concentrate on the moment you release the dart. You must have a very powerful mind. Я когда-то играл именно в английский дартс. Это очень сложно, нахрен. Take good care of it. Сумка. О, больше вооружения, отлично. Наконец. Топ-ранг. Да, все. Нам больше здесь не надо ничего. Отлично. Так, теперь мы можем взять, по-моему... То есть, ну, дротик-то мы выложим. Так, где-то тут был. Здесь же был, да? Я не мог ошибиться. Да, вот здесь вот есть. Кейс. Сейчас мы возьмем гитару с собой. Ну, чтобы... Не думалось. И ключ. Квинта. Так, положить предмет. Дартикомет. Нам больше нигде не понадобится. Больше я играть не хочу. И забрать. Не-не-не. Вот здесь. Так, гитара. Так, прочность есть, да? Значит, это не хороший мечок. Так, а где-то тут у нас пушка была. О! Пуху вот эту возьмем. Так, и ключ. Могу я взять? Могу. Вообще отлично. Так. Танцуем. Ну, под эту музыку Джина танцует, так что не будем. Так, и давайте мы это дело сохраним, дабы не вылетело.
Отлично. Так, и что? У нас теперь остается... Ну, вообще, у нас ничего не остается. Так, мы Гарри не попадаем. Потому что он нас ждал до 9. Не попадаем мы к Гарри. Так что пойдем-ка мы, наверное, дрыхнуть. С голодом у нас все нормально. Предметы. Сейчас пойдем поспим у себя дома, кстати. Хотя я это, кстати, тупо немножко. Я помню, что на PlayStation 3 тоже продаются все эти DLC, там новые костюмы, новые, блин, скины для Эмили. Когда она дома сидит, там можно ее одеть, например, кошечкой или чертиком, там кожа, чулочки, все дела. Вот. Но это тупо. У Йорка несколько вариантов машины есть, что тоже, я считаю, не очень интересно. И вот этот дом тоже, это тоже DLC. И вот если на ПК это все бесплатно отдали в составе Director's Cut, да, то на PlayStation 3 надо покупать это за отдельные бабки. Так, 12 часов. Хватит нам? Хватит. До 9 поспим. Так, и даже жрать неохота. Хорошо. Так, я думаю, что нам пригодится сменить одежку. Так, слегка грязновато, да? Вот в этой пойдем. Чистка. Окей. Так. Пойдем. Теперь нам остается, по идее, только Гарри. Все. Потому что у нас все, что мы могли сделать в 14 главе, мы сделали. Нам теперь надо отправляться в 15, чтобы продолжить выполнение доп-квестов. А их осталось вообще очень мало. Так что это все фигня. Так, а где мой Тарантас вообще? Кто мне скажет, где здесь моя машина? Ну да, это не предусмотрено. Почему? Потому что... А вот это вот не мое стоит. Похоже, что мое. У ближайшего дома, по ходу дела. Это домик чей, кстати. Фиг его знает. Сейчас посмотрим. Так, не так. Мы посмотрим и не так. Блин, значит, вот так все-таки. Чей это дом? Фрэнсис Йорк. А, это дом Оливии. Ну, дом Ника и Оливия. Понятно. Хорошо, сядем в машину, поедем к Гарри. Держись, Гарри, я еду. У меня ему зло такое. Так, а куда... О, блин. Тихо, твою мать, я опять перепутал кнопки. Чертов всад. Ненавижу играть на всаде. У меня все время пальцы с этого мимо попадают. На какие-нибудь другие кнопки. Zach, we've ended up with a third victim. That dive I made at the gallery ended up being a wasted attempt to save a life. It's a real mess, Zach. Да. Dive. When's the last time I made a dive like that? Oh, I remember. Do you? It was in my late teens. We used to go to those concerts. You and I liked punk rock, but we liked different types of punk. You liked hard and heavy punk, like Crash and Sham 69. I liked the more twisted ones, like The Damned, Buzzcocks, Iggy Pop, and Joy Division. We used to talk for hours about the bands we really liked.
but for some reason, neither of us listened to the Sex Pistols. I wonder why that was. Seems strange thinking about it now. Sex Pistols — это фигово. Я их слушал. И лучше бы не слушал. Простите меня, поклонники Sex Pistols, но что-то как-то не вошло. Так, нам туда, да-да-да-да-да, ой, далеко плюхать. Кстати, давайте к Джинни заедем. Тут ведь рядом она, да? Пусть она нам бензинчику подольет. Черт, черт, черт! Ай. Далековато немножко. Ну и пусть потанцует, а то давно мы на Джину не смотрели. Фак, она закрыта. Ё-моё, а я-то размечтался. Думаю, сейчас Джина нам станцует, а они спят, походу. Это плохо. Ну ладно, мы доедем. Если что, у нас всегда есть Джордж. Блин, ну и музло, конечно, у тебя, Джордж. В машинке-то. О-хо-хо-хо-хо. Ее тоже заносит офигенно. Поражаюсь, ты на местное управление тачками. Так. Ладно, хоть мы гоночки все прошли. Не надо будет больше повторять это недоразумение. Собственно, прибыли. Гарри здесь живет у нас. Гарри здесь живет. Гарри, Гарри. Кстати, надо посмотреть, как стреляет пуха вот это вот. Так, вверх, вниз, не, никак. Ну и, в общем-то, вправо, влево тоже я скажу, что не очень. У этого-то вон какой разброс. Вправо, влево-то. Ну, у этого... Вверх-вниз очень хороший. А влево-вправо никак. Вот все, что можно сделать. Блин, как можно было так упороть управление? Ну, я это уже говорил. Ладно, как-нибудь справимся. Меня интересуют бои с боссами, которые тут будут. Это будет очень печально, я так понимаю. Потому что... Драться придется не с боссами. Я имею в виду, что... А что я имею в виду? Что сражаться я буду не с боссами, по большей части, а с этими. С як его зовут. С управлением. Ну, давай. Как бы войдем. Как бы, типа, вот так вот. Мистер Фрэнсис Йорк Морган. Мистер Стюарт has been waiting for you. To the meeting room you shall go to. Хорошо.
The meeting room is through here. Please be kind. Be sincere. Отлично. Нет тут у вас ничего интересненького-то. Я так понимаю, ничего. Ладно. Так, и вот оно. Ага. Загадки будут сейчас. Кстати. Вот это вот нам надо почитать. Симфония 3, 5, 6. Оставлю мы от к... Чего? От к... Открытыми, что ли? В этом должен быть какой-то смысл. Ага. Сейчас посмотрим, что за смысл. Сюда нам. Ага, понял. Zack, something is still missing. Я we need more clues. 356. Надо зонтики расставить. Я помню это. Помню. Так, где-то тут. Так, это номер. Так, вот. Номер 3. Где зонтик? Вот зонтик. Зонтик из гостевой комнаты 3. Окей. Пять. Это, наверное, вот здесь вот, да? Нет. 5-6, да? Это 2. Нет, это нам не нужна. 3-5-6. Значит, 4-5-6. Это должно быть вот с этой стороны. Это у нас какая комната? 6-я. Погнали. Этот нам нужен зонтик. Так, где тут? О, вот он. Это, ага, пятый. Здесь ведь нету, да? Этой той самой. Есть. А, ну тут понятно, тут и то, и другое. Так, 3, 5, 6, интересно. С какой стороны их? Ну давайте вот с этой начнем. По идее, пусть будет вот это 3. Можно поставить-то? Можно, значит. Так, правильно. Тихо, нет. И 6. Все. Все. Окей. Открылась дверь. Пойдемте поговорим с Хари. Хори ты Хари. Пойдем нарочито медленно. Мы же все-таки агент ФБР. Или кто? Или где? Thank you.
Mr. Francis York Morgan, please have some tea while it is hot. Too much coffee for your body will make it rot. You seem well prepared. Almost as though you knew I would be coming today. Mr. Stewart is particular about the best timing for all things. Now please, drink some tea and enjoy the good health it brings. I'm sorry, Harry, but I just don't like tea. Mr. Francis York Morgan, some tea with sugar is what's best admired. By your body that looks so tired, so says Mr. Stewart. Не пей, козленочком станешь. Harry, where did you get these seeds? Mr. Francis York Morgan, those seeds were found in our town, in a certain specific place. More seeds are there, you will see, when you find that certain space. Я знаю где. Come back to me and we shall talk, after you find that certain place. So says Mr. Stewart. Это будет уже 15 глава, надеюсь. Harry, so you like to play games? Нам побриться. Блин, мистер Франсис Йорк Морган, страшно поднялся. This location. It is most crowded and most quiet, and gives a cold sensation. Кладбище, конечно. Мистер Стюарт. Мы там уже были, кстати, когда so кости собирали. Talk unless I find this certain place. I'll play along. Ага, глава закончилась. Окей. Бабла. Бабла. Дали много бабла. Окей. Хотите сохранить? Да. Сейчас пройдет заставка-то уж. A crowded place, and yet it is very quiet there. Have you figured it out, Zach? А что, ты не помнишь, что ли, мы там были? Ну, в принципе. Must be the graveyard. Конечно. О, он умный. There, but none of them can speak. You see? Да. So let's get going to the graveyard. Да ты умный. Слушай, какой же ты умный, оказывается. Так, ну что ж, я предлагаю на этом серию завершить. Потому что у нас, так я понимаю, уже... Это же у нас 15 глава-то идет, да? Нет? Ну-ка. Должно вот здесь вот быть написано. Так. Отправляйтесь на кладбище. Блин, а что-то нигде не написано. 15 это глава или нет? Ну, должна быть, потому что была 14 глава закончена была. По идее, давайте на этом прекратим эту серию. Так, только сохраниться надо бы. Тут есть телефонная табутка. Да. Окей. Ну и встретимся в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, всем пока.